Макина Мария и Архипова Диана. Давай.
Следующая смена. Это спортсмены года. Рефери стоп. А четвертый накал на всю седьмую. А также спортсмены Брюков Валерий. И Бочинин Игорь, выступающий в длинном цикле. Итак, первое. Брюков Валерий, четвертый помост. Бочинин Игорь, пятый помост. Первый помост – Вайгин Евгений. Следующая смена. Второй помост – Зимин Дмитрий. Третий помост – Оскаров Артур. Это Жим Гири. Следующая смена выступления 5 минут. И продолжает работать спортсменка Болотова Кира. Вес гири 6 килограммов. Остается работать 2,5 минуты. Мы надеемся, что она сможет просеять весь рекламный.